поле зрения Следственного комитета России по Орловской области попал наш сюжет, который вышел в эфир накануне. Напомню, в нашей социальной сети обратилась жительница Мценска. По ее словам, в доме по адресу Катукова 8/1 не первый сезон протекает крыша. В квартирах образовалась плесень, даже выросли грибы. По словам амчан, первая управляющая компания города Мценск бездействует уже несколько лет. Жители многоквартирного дома обратились к нам за помощью, чтобы мы осветили проблему. В настоящее время выявлен видеосюжет Первого областного канала о ненадлежащем состоянии жилых домов в городе Мценске. По данному факту следственным управлением организована доследственная проверка. В рамках проверки проводятся проверочные мероприятия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.